Всем привет, сегодня мы будем смотреть две посылки с сайта AliExpress. Вот они. Начнем вот с этой. Запакован он вот в такой вот пакет. Внутри мы видим вот такую вот еще картонную упаковку. Многие, думаю, уже догадались, что это карт Sharp. Нож в виде кредитки. Так, здесь сразу же мы видим сам нож и вот такое вот руководство пользователя. Очень длинное. Здесь показывается, как собрать его. Вот такой вот упаковочки и хранится сам нож. Выглядит он вот так. Можете посмотреть. Здесь стоит предохранитель, так называемый. Чтобы собрать его, нам нужно делать так. Вот такие вот действия. Закрепить его вот тут. Нет, сначала отогнуть предохранитель, сделать вот так. И получается вот такой вот нож. Нож достаточно острый. Сейчас я вам это продемонстрирую. То есть, в принципе, режет он очень даже хорошо. Вот вы видите, очень неплохой нож. Стоит он $3.46. Думаю, в кошелек очень даже неплохо. Он достаточно быстро он собирается обратно. Вот такой вот карт Sharp нож, стоит $3.46. Переходим ко второй посылке. Вторая посылка менее интересная, здесь всего лишь-то. Вот такой вот зарядник, копия зарядника от Samsung. Выглядит вот так, можем вот тут сравнить с оригиналом. Сейчас сначала покажу копию. Вот так вот выглядит. Micro-USB разъем. Телефон входит очень... даже неплохо, так же как оригинал. В принципе, различить с оригиналом практически нереально. Они одинаковые, вот как вы можете увидеть. Также вот microUSB входы. Ну вот такая вот небольшие две посылки я сегодня показал. Ждите распаковку вот такой вот посылки. Всем пока!